Ну вот я поднялась, долго поднималась, потому что делала разные фотографии. Вот здесь, конечно, такое многообразие различных растений, кустов, травы, цветов, деревьев. Это просто, ай, еще и осы ко всему, вот прямо летают, мама, еще и осы. Так, любители полюбоваться видами совершенно достаточно, приезжают, тем более выходной день. Класс. Тут уже ветер посильнее на вершине. Даже велосипед. Вот он этот порт. Порт грузовой, район Васари, гольф, поля гольфа большие тут, они с этой стороны и вот с этой стороны поля гольфа, ну, сам район Васари, как бы там низкая застройка, не видно, только видно высотки, и вот там уже выход в море, залив, Финский залив. Живем на северо-востоке города Хельсинки. Тут какие-то штучки технические остались, как что? Как арт-объекты. Так, тут недалеко еще фабрика по обжарке кофе бренда Паулик. Где-то. А, нет, она немножко там дальше. Вот там дальше. Всегда, когда проезжаем, едем на пляж на Ауринкалахте. Вот. Очень часто, когда там идет обжарка, и вся округа. Приятно, очень приятно пахнет. Вкусным, свежим кофе. Такая у нас тут красота. Вот такие Хельсинки разные. То есть мы считаем на самой окраине Хельсинки. Вся там, вот центр-то уже там. Вся тусовка там. А здесь просто природа. Хотя природа здесь повсюду. Здесь доступ к природе свободный повсюду. Даже, кстати, в центре Хельсинки можно сразу выйти на природу, потому что там рядом море.